Социально-экономическое развитие в первом-третьем кварталах лучше, чем ожидалось. И хотя до подъема еще далеко, спад приостановлен. Итоги 9 месяцев обсудили сегодня на совещании главы и правительства республики. Прогноз социально-экономического развития на год и на перспективу бывает двух видов – оптимистичный и пессимистичный. В конце марта говорили о том, что первый не сбудется, в конце октября, что не оправдывается второй. Так, по промышленному производству у нас индекс составил 94%. Вместе с тем, мы в этом сентябре уже произвели больше, чем за аналогичный период в том году. То есть мы за 9 месяцев работали на 94, а за сентябрь, в частности, там чуть больше 100% в сентябре того года. То есть переломный момент, в принципе, начинается у нас. Если в течение года мы прогнозировали, по итогам года мы прогнозировали индекс на уровне 96%, то сегодня мы вот уже там, с долей уверенности говорим, что индекс будет все-таки больше, он порядка 99-100%. Мировые экономические тенденции в первую очередь проявились на предприятиях-гигантах. Однако и они постепенно начали выправляться. На четвертый квартал и следующий год заключены договоры о поставках продукции, получены новые заказы. Минэкономразвитие отмечает также оживление в среде малого и среднего предпринимательства. В отличие от начала года, когда бизнесмены один за другим сдавали патенты. До 800 миллионов рублей вырос торговый оборот. Увеличилась и средняя заработная плата по республике – более 18 тысяч рублей. Впрочем, есть предприятия, руководство которых не уделяет этому фактору должного внимания. Надо будет детальный анализ сделать по официальным данным 9 месяцев, соответственно, и в течение ноября месяца проанализировать, приглашая самих работодателей, руководителей. Мы понимаем, с учетом всего этого налагается на нас другая ответственность по выполнению указов президента Российской Федерации по увеличению заработной платы работникам бюджетной сферы, но у нас параметры в бюджете они обозначены, исходя из этого мы будем выполнять. Исполнение бюджета республики тоже можно назвать эффективным. Основными доходом и расходом соблюдаются. К концу года плановые показатели вполне могут быть достигнуты. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.